пятницу в Самарской области пасмурно с прояснениями, местами возможен небольшой снег, похолодает. Днем -7, -9 градусов, ночью 8-10 ниже 0. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В Сызрани солнечно, в светлое время суток -7, в темное -8 градусов, западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, осадки в виде небольшого снега, днем -8, ночью 9 ниже 0, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно с прояснениями, днем -8, ночью 10 градусов с минусом, западный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.